Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Артуэн. Это мое новое видео по Чикенгану. Сегодня мы, ребят, посмотрим пасхалки в версии 3.2.0.4. Короче, ребят, я очень старался. Так что, ребят, не забываем ставить лайки. И подписываться на канал, конечно. И пишите комментарии тоже. Мне это приятно будет. И, ребят, я, вот самый лучший комментарий я поставлю следующего видео. Обещаю, вот честно. Вот, напишите комментарий, я поставлю его в следующее видео. Только комментарий должен быть со смыслом, не просто бла-бла-бла-бла-бла. Ну, короче, вы поняли. Так, ребят, погнали. Первая пасхалка у нас в магазине. Так, получается, заходим в скинс. Это скинс, ребят. Выбираем такую вот новенькую свинюшку. Дальше заходим в квесты, и здесь какая-то летающая мышь. Ее же так и зовут, надеюсь. Надеюсь, что так зовут. Поправьте меня, если что, в комментариях. Это, ребят, какая-то летающая мышь. Может, это пасхалка на моба, может, пасхалка на вертолеты. То есть ты на летающей мыши просто будешь лететь. Ладно, ребят, это была первая пасхалка. Дальше идем в офлайн. Не обязательно именно в офлайн. Вы можете заходить в какие хотите режимы. И, ребят, Куана добавили. Куана. Я, ребят, пошел искать комнату нужную с Куаном. А вы пока что немножко подождите, окей? Итак, ребят, вот нужная нам комната. Ну, еще не совсем нужная. Это, ребят, столовая. Кстати, ребят, карта получилась очень большая. Разработчики постарались над этой картой. Большое им спасибо. Дальше, ребят, делаем камеру. И здесь, ребят, в шкафу у нас сидит Хуан. Вот, ребят, смотрите. Хуан. Он зелье, ребят, выпил. Смотрите, я хочу вот так его посмотреть. Его лицо увидеть. Так. Нет, это не его лицо. Так. Так, надо как-то вот... Вот, да, вот прям так как. Вот, надеюсь, я так правильно все сделал. Так, вот камера. Вот, нет, ребят, не видно, все-таки не видно. Почти что, ребят, почти что. Да блин, да как камеру взять? А, вот. Чуть-чуть подальше. Блин, я прям в Хуане. Пониже. Еще пониже. Еще, ребят, пониже. Так. Еще ниже. Вот, ребят, вот его глаз видно. Он бутылка, он отраву выпил. Надеюсь, ребята, его добавят в следующих обновлениях. А мы погнали дальше. Сейчас, ребят, мы попробуем найти робота. Робота, ребят, попробуем найти из обновления. На нем можно ходить. Я так понимаю, вроде на нем можно ходить. Я, ребят, хочу это проверить. Ладно, ребят. Я полетел. Сейчас, ребят, я долечу до него. Главное здесь не птица. Вот, ребят. Вот робот. Робот, вот. Вот, ребят, робот. Я долетел до него. Просто. Так. Тихо, давайте выйдем. Выйдем. Он у меня появился, ребят, робот. Или нет? Я хочу посмотреть. Где, ребят, он у меня появится? Ребят, он должен же появиться. Я не верю, чтобы он не появился у меня. Появись. Алло, не понял.
Ребят, где этот робот? Где его можно найти? Так. Я-то должен же быть. Так. Так, ребята, я не хочу до него лететь. Сейчас, ребят, я его попробую отыскать. Ребята, я нашел его. Вот он. Вот, ребят, этот робот. И сейчас мы его купим. Погнали в менюшку его покупать. Итак, магазин. Так, магазин. А, вот. Реально он. 500 стоит. Ребят, ну, давайте на него накопим сейчас на него. Ребят, мы в прошлой серии не сыграли с вами в гонки. Вот эти вот космические гонки. Предлагаю сейчас сыграть. Вот, пишем, заходи. Ребят, что все зашли к нам. Просто, ребят, гонки. Все, погнали. Создаем. А давайте без названия. А то, ребят, вот все. Ребят, я не монет. Так, этого, ребят, нам не хватит, так что я сейчас еще, ребят, немножко подкоплю. Так что, ребят, сейчас я буду копить. Копил нужную сумму, теперь заходим в магазин, сюда. И, ребят, я покупаю этого робота. 1, 2, 3. Я его купил, я не верю своим глазам. Так, получается, сейчас офлайн заходим. Офлайн. Ребята, я не верю, то, что я его купил. Так, ребят, я, ребят, захожу на карту, где мы следующую пасхалку будем, кстати, искать. Сейчас будем туда-сюда бегать. Ребят, реально робот! Ребят, реально крутой робот. Очень крутой, даже звуки есть. А мы, ребят, погнали искать следующую пасхалку. Итак, ребят, следующая пасхалка, она, ребят, где-то на дереве. Это, ребят, такие, как сказать, крылья. Крылья. Давайте, ребят, я найду их и вам покажу. Итак, ребят, я нашел.
Я нашел. Вот это не на дереве крылья. Вот, смотрите, смотрите. Вот. Вот. Вот, ребят. Вот, вот, вот. И ребят, сейчас они у нас должны появиться, я так понимаю, в магазине. В магазине. Рюкзак. Рюкзак, рюкзак. О, реально, ребят, эти крылья есть. Давайте, ребят, я опять на них накоплю. Итак, ребят, у меня уже есть 300 монет. Заходим в рюкзаки. И, ребят, покупаем эти крылья. Все, они у нас есть. Давайте, ребят, теперь посмотрим. На них посмотрим. Так. Так, блин, здесь не видно. Офигеть, они... Офигеть! Ребята! Это просто офигенно выглядит. Ребят, я вам сейчас покажу еще одни крылья. Смотрите, последняя пасхалка. Это вот, ребята, смотрите, вот такие вот маленькие крылья. Вы их видите? Надеюсь, чтобы... Да, вы их видите. Это, ребят, были все пасхалки. Сейчас вам покажу. Вот вторые крылья. Вот это. Это черные крылья. Это, ребят, были пасхалки. Не все еще. Если, ребят, вам понравился ролик, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки. С вами я был Артур Энд. Всем пока.